Всем привет! Я Аня. А я Ксюха. И ты на Double Bubble. И сегодня мы будем проходить «Попробуй не засмеяться» челлендж. Но мы будем проходить его не просто так, а с водой. Правила будут такими. Каждый из нас набирает в рот воду. И мы смотрим видосики. Кто из нас засмеялся, тот получает балл, так как выплюнул воду. А у кого получается в финале игры больше всего баллов, тот проигрывает и выполняет наказание. А наказание какое? Ведро помоев на голову. Я придумал. Я вижу. Я вижу, он такой довольный сейчас стоит за камерой, вы знали. Набирайте воду. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Да ты само спокойствие дай мне. Чекайте, они сейчас будут ржать без видосов. Зеленая обезьяна. Нет, не смешно. Зеленая обезьяна. Уже смешнее. Я подавилась, это нечестно. Очко не засчитывается. Подождите. Жесть какая, у меня куда-то запала эта водичка. Жесть, я не знаю, как я честно сдержалась. Мне стало смешно на моменте второй. Какой зеленый обезьяны? Ты начала ржать так, типа хихихаха. Я вот пыталась держаться. Потом там это ходячая капибара в воде. А потом ты еще кажется. Я не знаю, как я выдержала, но я была близка к тому, чтобы. Блин, это было очень смешно. Блин, у меня балл один! Вот. Давай следующий балл и следующий видос. Жесть, но это будет сложнее, чем. С моим-то чувством юмора. Да не, ну там у него ноги разъехались во все стороны. Ну понятно, я вот так вот глянула и все, я больше старалась не смотреть, потому что мне было бы смешно. Так, что, следующее видео? У меня, давай, ищи пока видео, а я пока... Блин, вот мы сейчас вообще напьемся воды, мне кажется, на неделю вперед. Вода – смысл жизни. Это баланс. Для зеленой обезьяны. К концу видео они будут смеяться над зеленой обезьяной, я вам обещаю. А это считается за балл? Ты видела? Жесть какая! Он ей ресницы отклеил? Да! Почему я опять плюнула? Блин, я первый раз плюнула, потому что у нас с тобой синхронизация произошла, там что-то на... что-то такое... Это считается, что я заржала? Конечно. Да ты брызнула. Да у тебя уже текло там изо рта было. Да жесть! Я не выдержала, когда ресница попала. Клеил. Можно принести какой-нибудь это полотенце? Мне кажется, ты знаешь, уже озеро. Да, будет залито под конец видоса. О, жесть. Это что такое? Не сладил. Меткость. Картошки. Не, это ловкость. Картошки. Мы картофельные. Мы вытираем. Mm-hmm.
я по-тихому. Блин, как он догадался сделать колесо из курицы. Это вообще круто! Давай, Саш, давай такую же штуку сделаем на твоей машине. Мне уже плохо от воды, честно. О, у меня рот расширился так сильно. Я стараюсь удержать воду. Этого. Да. А ты слышал, как она быстро? Да вообще просто. Это чизкейк просто. Офигеть. Целый кусок чизкейка. Ну, у нее разработано, я бы так сказала. Потому что она проходила челлендж, попробуй не засмеяться с водой. Не с водой, мне кажется. С чизкейками. Мне кажется, это Каролина, она так быстро. А, точно, какая. Точно. Ведро Нателлы нет. Вот так все. Итак, наполняем следующую порцию. Пойдем сделаем. Да ты че? Нам надо. Саш, хочешь обычный кофе? А блин, у них еще глаза так, особенно у последнего. Они вам, короче, прям вот так вот. Вот не, последний самый забавный. Ну то, что он больше всего орет. Да, я теперь хочу такое сделать. Я теперь хочу сделать орущий кофе. Кто-нибудь помнит, короче, в этом в отеле Трансильвания был сыр Крик, который орал. Вот это к нему кофе. Крик. А бутылочка тоже исчезает. Ты вдыхаешь воду? Я не знаю, но мне в какой-то момент очень смешно становится. Я... Они такие, такие хорошие. Вот этот маленький вообще. Что-то его там обделили, да. Игрушку не купили, по мордам надавали вообще. По всем фронтам. Маленький, конечно, хороший. Да. Так, ну у тебя бал. Ну и что? Зато смешно. Да. Подожди. Это просто офигенный попугайчик. Через нос. Погоди. Ты плюнула через нос. Я вас не понимаю, но он у меня болит теперь. Ты как это делаешь? Я не знаю. Короче, он же напевает эту штуку. И он бьется клювом в дах. Так, это он еще подыгрывает. Я просто, это вообще, подожди. Офигеть. Я теперь понимаю, почему няня попугу хочет. Да. Она его научит, потому что вот так вот делает. Да? А, кстати, мы на 7 миллионов, я не попугая обещали подарить. Реально? Да. Она очень
хочет этого попугайчика, она пока об этом, кстати, не знает. Няня у попугу у няни. Мы в телеграм-канале нашем делали опрос, да, и многие проголосовали за попуга. Да, это круто. Кстати, ребята, прямо сейчас подписывайтесь на наш канал в телеграме и здесь, конечно же. Да, ссылка в описании. И на 7 миллионов мы подарим попугу. Надеюсь, это будет супер классный для нее сюрприз. Следующая порция водички. Итак. Но он скоро сломается. Но сейчас Кис — это сильнейший игрок на поле. Но он скоро сломается. Но сейчас Кис — это сильнейший игрок на поле. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Офигеть, я хочу такой костюм для Чили. Это просто обалденный костюм. Он еще так руками размахивает, это вообще просто кошмар какой-то. Кошмар. Блин, кто это придумал? Это вообще гениально. Блин, а таких же костюмов очень много, не только же с этим, с Чаки есть. Слушай, ну с ножиком это вообще. Вообще. А я, кстати, видела, как он такая собачка подбегает и коту подбегает, он типа нападает, и он такой тинь-тинь-тинь его ножичком. Очень смешно. Это было очень смешно. Я сразу представила Чили в этой штуке, и мне стало очень смешно. У нее, кстати, рыжая прическа. Вообще, да, идеально подходит. Да блин, мне нельзя показывать видосы с собаками. Эти уши. Эти уши. Так штопором просто. Это просто уши. Да, вот. Это что? А потом ей эта собачка просто явно стала жарко, она такая. Ей не жарко, ей явно понравилось. Ей надели на голову. Шлем такая классная вообще. Хаски просто обожаю. Вообще, коты — это более сумасшедшие существа на этом свете, чем Саша. Мяу! Я бы не удивилась, если бы Саша когда-нибудь в тазике так закрылся. Мяу! Мяу! Ксюша,
даже капелька. Нет, я проглотила случайно. Ничего смешного. В этом мире нет ничего более смешного, чем с механикой. Ага. Молодец. Вы все просто, это профи. Ну что за прошлый? Я первый раз себе в глаз плюнула. Это вообще просто. Я не знаю, как у меня это получилось. Вот это сперва упадешь, но я так вот так типа наверх. Вот, у меня глаз попал. Вот уже тоже выкидывает. Это на ногу. Нет. Вообще, вот завелся. Это же штука для того, чтобы типа рукой играть. Да, вот так да, вот. А люди, блин, догадались все на выхлоп надеть. Это вообще что такое? Если ты так хоть раз сделаешь... Это очень смешно! Я не знаю, я больше всего ржала вот с лица второй что-то. Да-да-да. Обычная штука, я знаю, что это штука, но она, которая пельмень должна делать. А почему это? Что это такое? Вот это? Ну, видимо, она не... Видишь, тут у нее даже форма, типа, окантовка, чтобы края это слеплялись. Другой стороной, что ли, сделал? Нет, он правильно, он должен, короче, вот... Это, ну, соединять. Да, вот, то есть он вот так вот должен соединять. А он, короче, ну, проскользнул и все, и упал. Это что такое? Легче сам мой дом слепить. Без пельмешей. Нормально. Что ж, какое? Ну, блин.
А тебе что не смешно? Я держалась изо всех сил. Я просто пыталась не представлять на местах всех этих мужиков Саню. Потому что, Саня, мне кажется, только ты вот где-то заржала на этом моменте. Мне кажется, Саня точно так же бы прилетел. Знаешь, как... Просто со льдухами там, вот там, в этом моменте. Как коты, короче, когда их пугаешь. Да, вот так вот просто отрыгнули. Мне кажется, Саня бы точно так же испугался. Да, Сань? Мяу! Да? Нет. Да? Это вообще, а как так можно? Она просто заржала. Это был смешной фантом. Ничего не было. Забыли. Жесть. Так, ничего там. Фу, как хорошо стало резко. Блин, долетело даже до экранчика, который смотрит в другую сторону. Ты долго держала! Я заржала! Знаете, над чем? Над вот этим вот взглядом. Над чем ты заржала? Все мокрое. Я заржала вот над этим. Аура так посмотрела, типа, ржешь? А че ты не ржешь, раз смешно? Thank you.
Хеликоптер, хеликоптер. Это они зацепляются хвостиками, вы поняли? А почему они меняются местами? Ну он же раскручивается, ну подожди, его тянет в эту сторону, он раскручивается. А у меня, знаешь, бульдог был? Да. Мы один раз, он в ванной застрял и орет там. Ну, примерно так они... Нереально, нереально так орут? Да, как мама, он как будто бы говорит. Мы понять не можем, что такое. Ну, как бы застряла собака в ванной, ну, просто вот никак. А это он, оказывается, хвостом за сушку зацепился. И не может вылезти, поняли? Вот эти вот прутики. И никак вылезти не может. Маленький. Ну, пришлось ему хвостик это. Они, он же этот, закрученный, типа, да? Ну, да, вот этих хохолков. Так же он тут вот. Нет, давайте не будем, они очень сильно пердят. Вам хватает, да? А Москва World! Это просто мы с тобой готовим блины. Офиг, ты прикинь? Она хотела блином? Зафигачить, а зафигачила сковородка. А я тебя подкинула и... Ну, хотела отбить блин, а отлетела сковородка. Это вообще просто... И девочка вторая стоит такой... Она вообще как будто бы... Ей так по барабану? Так, ну что, если мне не изменяет счетчик, то проиграла Ксюша. Хохотушка-то наша. Вот видос музыка. Я 90% своих хохотаний хохотала даже не на видос. Тут мокро. У нас мокро, мы снимали очень сильно мокро. Что за нас? Я сегодня мазалась и кремчиком. Так, ну что, давай. Давай, чем быстрее, тем лучше. Давай, там немножечко селедочки еще есть с маслом. Давай быстрее, пока она не очухлась. Раз, два, три. Ой, там еще был чай. Саня! А про чай я забыл. А на полу ты что? Блин! А кто чай-то выкинул? Угадай! Чайная церемония делин-делин теперь вышла на новый. Ты как леший. В листочках. Мы этого не ожидали сами. Блин, я тоже как леший. У нас только вчера уборщица убралась, Аня. Ну ладно, ребята, как сегодняшний вечер? Понравилось или нет? Скорее пишите в комментариях. А еще не забывайте подписываться на наш канал. И на все наши соцсети. И про мерч не забывайте. Ссылку оставим в описании. И всех обнимаем и любим. Ставь лайк и подпишись на наш канал.